Здравствуйте, уважаемые подписчики. Часто ко мне обращаются с таким вопросом. Обслужил Халдекс, поменял там масло, фильтр, насос, датчик, все что угодно. Вроде бы все работает на месте, только стоит проехать там метров 100-200, а может быть чуть и больше, и либо выскакивает ошибка, либо полностью отключается полный привод. В чем может быть дело? Вот сегодня мы об этом и поговорим. И поговорим мы сегодня про систему ABS. Эта система прямым образом влияет на работу полного привода. Все просто. Полный привод включается при разгоне. ABS включается при торможении. Система ABS собирает информацию о вращении со всех колес. В современных автомобилях это ступичные подшипники с магнитным кольцом и датчики ABS. При вращении колеса датчик отправляет информацию в блок управления ABS. Из блока ABS эта информация поступает по кан-шине, везде, где это нужно. К примеру, в блок управления двигателя и блок управления полным приводом. Могут быть три случая. Нет связи с блоком управления, информация поступает с перерывами и неверные данные. В любом случае возникает ошибка и отключение полного привода. А теперь к практике. Так выглядит подшипник ступицы с магнитным кольцом, а точнее то, что от него осталось. Это датчик ABS. Так работает исправная система ABS. Данные можно читать в графическом или цифровом виде. Так работает неисправная ABS. Данные от датчика ABS передаются с перерывами. Полный привод может отключиться. А здесь представлены возможные коды ошибок для Opel Insignia. Еще один случай. Сигналы с передних колес сильно отличаются. Полный привод работает, но машина может потерять управление в некоторых критических режимах. Полный привод не взаимодействует с системой курсовой устойчивости. Проще, машина может потерять управление. Приведу пример. Автомобиль Opel Insignia 2012 года. Установлен новый задний дифференциал. Заменена ступица заднего правого колеса в сборе с подшипником. Проводим испытания на жестких режимах. Обратите внимание на заднее левое колесо. Система курсовой устойчивости через ABS подтормаживает колесо, чтобы автомобиль сохранил траекторию движения. Потерять управление практически невозможно. Я специально привел пример в повороте. Следующий важный параметр – это угол поворота руля. Этот параметр также читаем через блок ABS. Об этом будет следующее видео. Подводим итог. Нужно прочитать поток данных о скорости колес. Для этого нужен диагностический сканер. Данные читаем через блок ABS и через блок управления дифференциалом. Спасибо за внимание. Напомню, что в продаже есть дифференциалы Opel, Audi, Volkswagen, расходники для муфт Haldex, фильтра, масло, датчики, масляные насосы. Также продаем новые двигатели первой комплектности и разные типы коробок передач. Отправляем в любую страну транспортными компаниями, наземным и воздушным транспортом.